обратите внимание, можно на лодке плавать. Ну, тачку я мыть не собираюсь, мне нужен чистый салон, я сейчас буду пылесосить. А для чего? Потому что сейчас будем устанавливать чехлы. Чехлы поверх этих прекрасных сидений, которые очень пачкаются, а потом, когда продавать тачку, будет печально. Я чехлы вообще ненавижу. И они не придают никакой красоты тачке, но это нужно. Это нужно для того, чтобы не застирать сиденья. И чехлы я купил маечки. Они особо не занимают места, как вот эти, знаете, дутые бывают. Бывают белые, черные, всякие вот эти меховые. Такого колхоза не будет, чисто майки. Вот она сумочка. Сейчас мы ее будем распаковывать. Сейчас отпылесошу салон и взял с собой вот такую вот хренотень. Будем чистить от волос. То есть херня пылесосе застряла. Тачку тоже ополоснул чуть-чуть. Водичка без пены. Смысла нету сейчас мыть ее. Погода говно. Переместился в более удобное место. Тишина. Тут мне никто мешать не будет. Кругом склады. Кто смотрит мои видосы, тот даже знает, где я нахожусь. Вот этой хренью сейчас надо будет почистить. Но сначала, я думаю, салфетками важно почищу от пыли. А от салфеток ворс остается. Поэтому сверху уже вот этой штукой. Я понял одну вещь, что вот эта хрень для одежды плохо справляется с сиденьями. К ним очень все прилипает, и она вот эти волосы ни хрена не очищает. Собственно говоря, вот они сами чехлы, маечки. Я их еще ни разу не доставал, в принципе, сейчас будем доставать и смотреть как раз. С чего бы нам начать? Первое, что идет, это переднее сиденье, я так понимаю. Блин. Будет сложно, наверное. Это подголовники. Еще подголовники. Подголовники потом. Я не знаю, нужны они вообще, можете без них. Это тоже передние, так полагаю. Я вот крючки не наблюдаю. Должны быть крючки в комплекте, наверное. Подголовников 10 штук. Никому не нужны. Мне кажется, они лишних надавали, точно. Может, запасные. Короче, без рюмки не разберешься по ходу дела. Надо разобраться в этом, конечно. Вот так, вот так и вот так. Правильно я понимаю? Вот так. Все верно. Но единственное, что нет крючков, за что цеплять-то вот это? Вот это за что цеплять? Буду разбираться, результат. Почти все готово. Честно говоря, результатом не особо доволен. Я рассчитывал, что будет немного по-другому. Сейчас, когда до конца конкретно доделаю, покажу полностью. А сейчас покажу заднее сиденье. Вот оно, заднее сиденье. Пришлось использовать свои провода, чтобы вот так стянуть. Потому что, и вот это черный тоже провод. Потому что в комплекте к чехлам ни хера не дают. Ну все, готовы видеть результат. Вот задним диваном, честно скажу, я доволен. Передний, конечно, вызывает большие сомнения. Как оцениваете задний диван? Довольно-таки неплохо все получилось, ровненько. Эти, конечно, великоватые, но я их все равно напихну, сзади все равно не видно. Похеру, главное, чтобы не пачкали. Диван, в общем-то, очень неплохо смотрится. Самое главное, что засирать его никто не будет. Так, а теперь передние. Вот по передним большие вопросы. Передние как-то не садятся ровно, чехлы универсальные. Видите, вот такая херня тут получается. Тут вот просунуть можно. И за что зацепить, там непонятно. В общем, как-то так получились передние. Ну, ладно. Главное, что не будет грязниться. А еще вот в чем прикол. Два лишних подголовника. Все, в багажнике оказалось 4 подголовника. Я уже одел. И вот еще. 1, 2, 3, 4, 5. И те 4. 9 чехлов на подголовнике. Точно на газель одену и себе. Куда они столько наложили? Сейчас буду пытаться газель вытаскивать. В пятницу оставил здесь, потому что там мусорный контейнер должны были приезжать. Убирать.
тачку пришлось здесь поставить. Я ее здесь поставил, и она застряла. Но за выходные подтаяла. Может быть, сейчас сама выйдет. Наверное, скорее всего, выйдет. Сейчас попробую. Обычно она стоит вот здесь, возле черной тачки. Но тут, видите, контейнер мусорный. И сюда ночью приезжал тип. Он вот здесь становится и мусор забирает. Поэтому попросили перепарковать. Подтаяла корочка ледяная. Вот, я застрял вчера. Ну, не вчера, а пятница. Да я думаю, сейчас должна выехать. На прогрев ее поставлю, постоит. Пускай греется пока. Прогрелся, наверное, уже. Сейчас попробую выехать. Да я думаю, без проблем должно получиться. Вырыл такую ямку. Не с первого раза, конечно, но получилось. Блин, что в миллиметрах от своей прохожу. Потому что вот левые всякие приезжают, машины понаставят, а мы не можем нормально разъехаться. Чехуй мои, что остались. Сейчас одену два. Конечно, они два идеально подошли, знаете, подголовники. А это вообще не стандартно, но все равно один я себе одену, а один туда куда-нибудь. Это вообще отлично все. Ну все, чистый. Можно голову облокачивать теперь. До этого он был пыльный. Это тоже прикольно смотрится. Инструменты. Тут вот доверок мне надавали две штуки. Приезжаем, посмотрел. Он говорит, вы это уже все забрали еще в том году, 30 числа. Вот просто у нас снабженец пизданутое. Посылает сама, блядь, не знаю, где, что уже забрано, не забрано. На работе сегодня голяк какой-то. Делать особо нехера. Но после трех надо на лобовую поехать. Не знаю, сколько там будет. Если уже к 5 будет, то поеду на своей сразу потом домой. Уголочек еще напрягает. Сейчас бы не замерзаечки пока подольем. Газель у соседа вообще пушка-бомба. Просто дверь задняя только на замке закрывается. Просто гнилая наглухо. Зато номер козырной.